жизни моей и в жизни нашей группы столько случилось всего-всего самого-самого интересного и насыщенного. Ну, во-первых, в этом году я отметила годик своему сыну. То есть это для, наверное, любой женщины, любой мамочки самое главное, самое запоминающееся. Праздник. А группа, мы отметили свое 5-летие большими концертами. Мы сделали очень большой и очень успешный тур по Украине. Мы выпустили ряд песен и ряд клипов. Я бы попросила здоровья. Здоровья и благоразумие для всех, потому что если есть здоровье, значит, ничего не препятствует успеху, развитию, а значит, счастью. Вот. А если есть благоразумие, значит, это то, что может затормозить нас и предупредить не сделать какую-то ошибку. Идеально это вначале на работе, а потом в кругу семьи. На Новый год мы работаем, вот, но мы вначале встретим Новый год с нашей семьей, ну а потом поедем встречать Новый год с другими людьми, которые хотят видеть хардкис рядом. У меня только один такой момент есть. Мне нужно озвучивать свои желания. Вот некоторые говорят, что нельзя ни в коем случае рассказывать о том, что ты загадал. То в моем случае это наоборот. Все желания, которые я озвучиваю, говорю вслух, произношу, они всегда сбываются. Это Юлия Санина из группы The Hard Kiss, и я поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством. Желаю здоровья, счастья, радости, очень много улыбок и смеха, семейного счастья и благополучия, ну а также хорошей музыки, хороших клипов и классных эмоций от концертов. Kiss from the Hard Kiss.